привет, вы на канале Сисимикс. Ребята, сегодня я приготовила для вас вторую часть Хэппи Мила. И это Губка Боб и Лука. Смотрите, какие клевые коробочки. У них такие глазища большие, что у Губки Боба, что у Луки. Но коробочка Монстрика мне нравится, конечно же, больше. Давайте вспомним, что нам попадалось в прошлом видео. Конечно же, сам Лука брелочек. Но вы же уже смотрели этот мультик. Лука – это что-то типа русалочки, который может превращаться в человека. Ну а в Спанч Бобе нам попался домик Гэри. Это улитка Губки Боба. Ну, что-то типа домашнего животного. Ну и, конечно же, Крэсси Краб. Рак, который обожает свои Крэсси-бургеры. Ну что, ребят, не терпится посмотреть, что же нам попалось в этот раз. Давайте скорее. С кого начнем? Предлагаю открывать Губка Боба. И пополним нашу коллекцию. Смотрим. Ребят, и нам сразу попадается лодочная станция. Смотрите, какой красный домик. И кто у нас тут? Это мисс Пафф. Она является учителем Губки Боба. Она учит студентов управлять лодками. По-моему, это рыба Фуга все-таки. И носит она матросскую форму. А кто у нас там еще есть? Ой, так это же Планктон и домик. Я его узнала. Он очень умный. Правда, ему не везет. Он владеет непопулярным рестораном и мечтает завладеть секретной формулой красти бургеров. Но, как мы знаем, это у него не получается. Ну и что у нас там еще осталось, ребят? Ну и тут у нас картошка фри, лонгбургер и, конечно же, спрайт. Холодненький, сейчас как раз в самую жару. Ну а мы переходим к Луке. Поди заждался уже бедолага. Друзья, да нам Альберто попался. Это второй герой. Можно сказать, что это противоположность Луки. И это тоже брелочек. Глазастики вы мои. Он смелый, местами даже наглый. Они с Лукой образуют чудесный дуэт. Помогают друг другу. И поддерживают. О таких отношениях остается только вздыхать. Если вы этот мультик еще не смотрели, обязательно посмотрите. Он очень добрый и красочный. Смотрите, как много всего нам сегодня попалось. Пополнили наши две коллекции. И Губки Боба теперь не скучно. И Лука будет в компании. Надеюсь, вам понравилось, ребят, это видео. Если да, то обязательно подписывайтесь на мой микс. Ставьте лайки. Я же стараюсь для вас. Ну и всем чмоки. Пока-пока.